Всем привет, Сайдант, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. Да, знаете, в общем, играл я с другом, общался, да, и он мне сказал очень интересную вещь. Данте, ты знаешь, у тебя на мире есть данж. Я даже знаю, где он. Я говорю, чё? Он говорит, в общем, я создал точно такой же мир, с таким же сидом, что у тебя, да? И такой, ну, почему бы нет, да? Чуть не попробовать, не посмотреть, да? Он такой, в общем, вот я нашел, да? Вот те примерные координаты, потому что фиг его знает, может, у тебя по-другому, да? В общем, сгоняй, посмотри, что и как, да? Ну, я такой, окей. Ну и, в общем, думаю, сгонять, да. Только надо сначала запомнить мои координаты возврата. То есть это... Так, надо записать. 400... Ага, записал. Ручка. Где ручка? Вот напишущая. 450 XZ минус 128. Так. В общем, вот. Отправимся сюда. Ну и чуть не забыл, да? Решил я, короче, сделать следующее, да? Если под видео будет набираться от 100 до 1000 лайков, то следующее видео я постараюсь записать с вебкой. Вот. Это будет хоррор. Как вам идея? Всего лишь от 100 до 1000 лайков и хоррор с вебкой. Я думаю, это замечательно будет, почему бы нет, да? Так, ладно. Ну-ка. Получается, в ту сторону мне надо топать. Я думаю, прибежим. Так, ну, в общем, я знаю направление, так что отправляемся сюда. Да, я еще, если не забуду, то в этом видео вклею координаты того, сколько на сколько мне надо отправляться, да? Это достаточно далеко. Я сразу включил сложность, потому что там вот данж, он как бы один раз генерируется в этом месте, да, и как бы все, то есть все, что там появляется, оно появляется один раз по враждебным мобам, да, а в следующий раз они уже не появляются, то есть, если, допустим, их убить или они их диспаунить, то они больше там не появляются, да? У меня этого не охота, так что я иду, как видите, включив норму. Так, я в ту сторону. Да, в ту сторону. Ладно. Ну ладно, давайте я поговорю о том, что со мной случилось, да? В эти последние никому не интересно, кому не интересно, ну, тому не интересно. В общем, случились у меня вот не очень хорошие моменты, да. Во-первых,
У меня не было возможности снимать, потому что в хате все время кто-то был, а у меня такое условие, то что я не мешаю, мне не мешают. Мне не мешают, и я не мешаю, да? Ну и в общем, было следующее, то что у меня материал был отснят до энного числа, да? И укладывался. А в свободные дни я просто сидел по возможности как можно больше записывал, да? Ну, у меня всегда так было и всегда так будет. Если ничего не изменится. Вот. Блин. Знаете, по приколу установил приложение UA, да? Ну, об этом попозже. В общем, у меня случилась маленькая оказия. Я когда один раз запускал игру, у меня комп, короче, вырубился и отказался включаться до тех пор, пока я в видеокарте не поменял термопасту, да? И теперь у меня каждый раз с утра ритуал. То есть у меня комп теперь запускается только через раз. Ну как, он запускается, только, блин, картинку выдает через раз. И вот когда это через раз срабатывает, да, тогда вот все окей. Я, в принципе, знаю, с чем это связано. Но у меня нету денег это решить. Вот. Ну это ладно, это моё и так далее, да. Надеюсь, я эту проблему решу, да? Или мне помогут ее решить. В общем, смысл проблемы в том, что походу у меня видеокарта начинает потихонечку загибаться. Хотя, честно говоря, я не удивлен. По той причине, что ей уже очень много лет. Потому что ее купили, по сути, если не ошибаюсь, 2010 или 2011 год. GTX, 1 гигабайт видеопамяти. И, в принципе, скажу так. Видюха, она сама по себе неплохая, да? Только уже как бы изживает свое. Изживает уже, я бы сказал, полностью. Так. И у меня проблема, у меня нету дерева с собой, да? О, я вижу, как эту проблему решить. Ну, в общем. Я на Юле, ну, как, я по приколу установил Юлу, да? Ну, чисто так. Посмотреть, да, в округе. Ну, смотрю, недалеко от меня чувак продает Xbox 360 в неплохом состоянии, с играми. Я посидел, подумал, ну, если при моем-то желании я его мог бы, если бы заполучил бы, перепрошить, после чего играть на этом Xbox в любую игру, которая на нем выходила. Xbox 360, это что? Да, я не хочу Xbox One, мне она неинтересна. Там мало чего интересного уходит, тем более, блин, скоро все игры Xbox можно будет запустить на Windows 10. Да. Мне больше всего нравится то, что это
гнались за эксклюзивом, ну и в общем сделали то, что будет на Windows 10 это запускаться. Да и то, как я понял лично, это будет не по той причине, то, что как бы хотят выпендриться, да? Ну, хотя это так оно и есть. А причина там в том, что как бы исходный код Xbox, как уверяли, да? Он, короче, похож на Windows 10. Хотя я сказал бы то, что это и есть Windows 10, только в Xbox. Ну и в общем. Тем более игровой режим Windows 10, тот, который позволит нам играть в игры Xbox One и Xbox 360, да? Ну, точно скажу то, что Xbox One это точно, потому что там Forza Horizon новая вроде бы выходила. И там еще что-то. Но я не помню что, забыл. Ну, в общем, смысл в том, что Microsoft, что-то они, короче, химичат свои консоли. О, кстати, вон этот, как его, подводная крепость. 1800-600. Ладно, запомним. Я думаю, я запарюсь осушать ее, но я ее осушу. Знаете, слепо отправляться туда. Не знаю, куда. Только по одной причине, то, что тебе заявили, что там крепость, да. Это очень весело. О, я так понимаю, скоро берег будет. Отлично. Ну, в общем, мне понравилось. PSP-шка за 2000... Я посмотрел, состояние неплохое. Подумал, ну, там есть тоже аккумулятор. Все с ним плохо. У меня есть Powerbank, который мне поможет решить эту проблему. Тем более, как заверяет продавец, PSP-шка, она реально рабочая, все нормально, да? Он ей пользовался от силы месяца три, и после чего она просто ли у него лежала. И вот он решил ее продать. Но больше всего понравилось мне игровой компьютер за 30 штук. С GTX 960. GTX 960. iCore 3, да, всего за 30 штук. О, офигеть, тут деревня. Не ожидал. Всего за 30 штук. Ну, там, за 32, по-моему. Знаете, честно говоря, такой... Думал, блин, а можно купить этот системник чисто из-за 960-й, да? Вытащить 960-ю, поставить мою 650 GTX, да? В принципе, продать за ту же цену кому-нибудь. То, что iCore мне третий нафиг не сдался, то, что он как бы не очень будет для меня. Он мне бесполезен будет, я так скажу. В
он мне будет бесполезен, так что... Вот. Ну, хотя смысл будет только в одном. Если я, допустим, решу оставить, да? У меня будет два системника. Полностью рабочие и все, да? При минимальных денег затратах, да? Потому что 960-я, она почти там 10-15 тысяч в зависимости от HR и архитектуры, да? Плюс iCore 3, там, по-моему, 1005, да? На 1156 сокете. А 1156 сокет, по сути, один из таких новых сокетов, то есть можно i7, по-моему, на него засунуть. Хотя я не помню, i7 у него какой сокет. Ну ладно, это потом посмотрю. Так. У меня, по-моему... Если он меня даже не надул, то мне надо преодолеть вон те гоны. Получается. Ну что, делаем ваши ставки, господа. Если там... Данжен. Есть ли там данжен? То, что я не знаю, например. То, что я не знаю, например, и мне интересно самому. Если он есть, то это хорошо. То я его зачищу, заберу все, что есть, и потом из него сделаю базу свою. Еще одну. Только далекую, так скажем. В, ну, интерьер переставлю, и нормально, я думаю, будет. Вот. Ватамазача. Так, ладно. Теперь будем идти с координатами, потому что, как видите, я неплохо промазал. Слушайте, у меня ощущение, либо же я не туда пошел, хотя стоять. Ну-ка, вернемся как к деревне. Потому что у меня ощущение, что я идиот. Очень интересно. Так, ну... Да, я идиот, потому что по координатам подходит только вот это вот место, деревня. Отлично. А в какую сторону тогда на самом деле идти? Ладно. Я сейчас закончу на этом видео, да? Ну, как закончу? Я как бы прервусь, да? Чекну переписку и как бы расскажу, что и как.